Сообщество. Сам доклад мне было читать легко, все было организовано классно. То есть спасибо вам за это. Regarding the conference, I think you did a good job about organizations. The topics are quite interesting. Usually, that's fun fact for Ukraine. Whenever I do talk here in your country, I got a lot of questions, and the questions are usually very good. Thank you for inviting me here, and thank you for your hospitality. It's very nice to be here. Очень классная конференция, очень много опыта можно получить здесь. Можно пообщаться, узнать мнение о своих разных вопросах и поделиться своим мнением. На такій конференції вперше на Code ID. Мені подобається. Цікаві люди, багато про що спілкуємось. Те, що саме цікаве для роботи, от дізнаюсь. Буду впроваджувати це в своїх проєктах. Well, I think the conference is very regional. It looks like a well-organized event. The Ukrainian attendees in general are very, very proactive when it comes to questions. So it's a crowd that I really like coming and talking to. Here everyone is taking the opportunity to ask a question, so if you come you should do as well. Сильний кайф, сильний адреналін. В этот раз ми приїхали з половиною компанії в Одесу. Старался упаковать, убрать, вообще принести, рассказать как можно проще, как можно доходчивее, внятнее. И переделывал доклад чуть ли не вот в последнюю ночь, там, до 5 утра, реально. Больше всего понравилось какое-то чувство праздника, которое здесь ощущается. Развиваетесь как профессионалы, заводите новые знакомства, сон запутался. Это вот классический случай и приятно, и полезно. Сегодня прекрасный день, организация очень хорошая у ребят. И я дальше буду рекомендовать посещать другим эту же конференцию. Most attendees appreciated my speak. I hope they did. And there was a lot of questions. It was pretty fun to hear all these different perspectives. People are very into activism, so we like beautiful location, nice weather, very hot, but better than cold, and yeah, it was pretty good. В этот жаркий день мы получаем не только много ультрафиолета, а еще и много знаний. Спасибо.